смотрите-ка, и стреляет пока точно, 5 из 5 выбивая. Ну что ж, не случайно он демонстрировал результаты на уровне шестерки сильнейших из тех спортсменов первой группы, которые ушли на дистанцию. А сейчас, покуда проходит Андрей Дереземля контрольную отметку, проигрывая совсем-совсем немного, давайте посмотрим за стартом Эмиля Хегли-Свенсена. Вот он, 37 номер, краснорубашечник, лидер Кубка мира по программе индивидуальных гонок. Их было 3, это 4-е, 2 победы и 1 провал, 16-е место. Отметил, что будет до конца бороться с Мартаном Фуркадом, Эмиль Хегли-Свенсен, до конца чемпионата за медали, до конца кубковых состязаний за, соответственно, глобусы в разных номинациях. Но, конечно, вот этот золотой мальчик мирового биатлона Тарей Бё, отличающийся не только умом и сообразительностью, но еще и настоящим бойцовским характером, безусловно, вмешается в этот спор. Да, с невозмутимым выражением лица, чем-то напоминающим Майкла Фелпса, Тарей Бё попадает, чуть уступает, надо сказать, обратите внимание. У Дереземли пока второй результат. А Бергман тем временем промахивается, и это становится чрезвычайно интересным, потому что дальше подходит Черезов к стрельбе, но сейчас Ваня-то идет чуть быстрее Бергмана по ходу, если не брать вот ту самую минуту. Давайте мы посмотрим со стрельбой Пайфера. Пайфер, который начал, кстати, очень хорошо и превосходит шведского спортсмена на отметке 3,6. И сейчас Пайфер расстрелял точно. И он будет являться абсолютным лидером, уважаемые дамы и господа. Немного, но выигрывая у Бергмана. Так, внимание. Сейчас мы смотрим за Иваном Черезовым, потому что только-только отстрелял Ваня на ноль. Браво! На ноль отстрелял Иван Черезов. И так после второго рубежа он выигрывает у Грайса. Вот посмотрите, как интересно. Они оба промахнулись по разу. Ваня на первой стрельбе, Грайс на второй. Но 56 секунд. Россиянин выигрывает у немца. Нет, все-таки сейчас мы видим определенную яму у Грайса. И вот то, что он демонстрировал на последнем этапе эстафеты смешанной, когда проигрывал Бё, это оказался только звоночек грядущих проблем. И Черезов, который на ваших экранах, сейчас идет в лидерах. Ну что ж, один промах — это максимально, что может позволить себе Ваня. Дальше мазать нельзя, ни в коем случае. Вот показательный момент. Кому удастся сработать на ноль, пожалуй, тот и будет в числе главных претендентов. А пока Пайфер выигрывает у Карла Юхана Бергмана, у Андрея Дереземли 7,4, 18,4 секунды соответственно. Мы посмотрим за Евгением Устюговым. И знаете, когда я рассказывал о том, что, ну, казалось бы, вот этот ход относительно Мартана Фуркада, одного из лучших бегунков в современном биатлоне, 12 секунд на отставание, если ты влезаешь 15, это здорово! Но, ну, 15 секунд, я имею в виду, отставание от лучшего результата, но сейчас, ну, вот от Бергмана, откуда взялась вот эта минута проигрыша? На отметке 7,3, 59,7, и, к сожалению, мы видим, что разбежаться уже не получается сегодня. Ну, конечно, с одной стороны, можно говорить, мы желаем удачи Максимову, который сейчас взялся за гуш. Надеемся, что выдержит эту гонку. Потом Максим Чудов, который пропустил начало чемпионата и не бежал. Наверное, можно посетовать, что не проверили тренера Гараничева, которому уже негде бежать фактически на этом чемпионате. Ну, что делать? Тренеру видней. Ставит на данный момент сильнейших. Я думаю, что будет у нашей молодежи шанс. Максим Максимов! Еще один спортсмен из Тюмени. Колоритные персонажи из Союза биатлонистов России, перекрикивающие стадион на ваших экранах сейчас были. И Макс, выступающий нынче за Тюмень. Но и он, и Черезов — это воспитанники знаменитого ижевского биатлона, ижевской школы. Здесь очень много, кстати, бурских поклонников биатлона. Ребята приехали, которые... Кто-то служит в спецназе, кто-то является бизнесменом, мастера спорта. Тренировались и у Ткаченко, и у многих других.
замечательных тренеров. Удмуртия любит биатлон, и, в общем, хочется, наверное, чтобы она также активно привечала своих спортсменов, как, скажем, Тюмень. Здесь отдадим должное и губернатору Тюменской области, создают условия, и в Жемчужине Сибири будут проводить гонки чемпионата России 9-10. Ну а пока стреляет Устюгов. Дальше проанонсирую апрельские биатлонные страсти. Увы, и промах. Нельзя мазать, да еще и с такой скоростью, конечно, мы понимаем. Один промах, но сразу добавилось минуты. Посмотрите, как относительно Черезова отставание будет просто очень большим, учитывая одинаковые условия. Я имею в виду тот один промах, который имеет и Ваня, и Женя. Но проигрыш Устюгову большой, и сейчас он на шестой позиции. Симон Фуркат на отметке 7,3, 41 секунду проигрывает. Ну а мы посмотрим, какие есть у нас изменения в плане хода Эмиля Хегли-Свенсона. 3 секунды он проигрывает и идет на четвертой позиции. На отметке 3 километра 600 метров. Шлезингер начал неплохо, уважаемые друзья. Он в одни ноги со Свенсоном проходит. Давайте посмотрим за стрельбой призера чемпионатов мира. И в этом сезоне показавшего, кстати, ряд очень неплохих финишных скоростей. Шлезингер, пожалуйста. Да, конечно, Пайпер он будет проигрывать. Но то, что в числе основных пойдет, факт. Так, на отметке 6,3. Дереземля там за Бергманом, но это до второго рубежа. 19-секундное отставание. Тарибе. 16,8 относительно Бергмана. Как Карл Юхан стартовал феноменально совершенно. Но я хочу сказать, что если дальше он не допустит проблем в стрельбе, то может сегодня рассчитывать на покорение Олимпа этого чемпионата мира. Эмиль Хегли-Свенсон выкатывается спокойно и готовится отработать свой первый огневой рубеж. 49-й номер, напоминаю, у Максима Максимова. И ждем, когда он пройдет первую отсечку. А здесь французский метеор. Воодушевленный поздравлением господина Саркози. Мартан Фуркат первый. Да не просто первый, а там Хофер, казалось бы, первую позицию оккупировал, выигрывая у Бергманова, у Черезова несколько секунд. Но Мартан Фуркат везет Лукашу 7,5. Пока стреляет его старший братец. Посмотрим за динамикой. Отметка 2,3 и преимущество Мартана Фуркада относительно очень хорошего бегунка Хофера увеличивается. 8,4 секунды. Симон Фуркад промахивается. Вычеркиваем Свенсен. Последний выстрел. Пока точная стрельба. У нас проблема с графикой. Но это не у нас проблема, а у всех получается так проблема, потому что картинка международная. Свенсен попал, надо сказать, уважаемые друзья. И опять-таки относительно Пайпера небольшое отставание будет. 8,4 секунды, уважаемые друзья. Это очень интересно. А пока Пайпер на отметке 6,3 секунду и 8 десятых выигрывает у Карла Йохана Бергмана. Секунду и 8 десятых. А это значит, что определенное западение скорости у немца есть, ибо Бергман проигрывал ему 7,4. Ну, как знать, может быть, по определенной раскладке идет Пайпер, и додерживать скорость достаточно тяжело на протяжении всех 20-20 километров. Ну, а у нас по-прежнему сегодня дежурный по биатлонному классу Александр Бедарев. Пожалуйста, вытрите с доски слово тренерской бирже. Не знаю, что там нужно доски вытирать, но слово сейчас, как обычно, Владимиру Барнашову. Владимир Михайлович, надо бы про стрельбу спросить, но я не про стрельбу. Как полагаете, с чем связан такой неважный лыжный ход Устюгова сегодня? Для меня это сама загадка. В общем-то, ничего не предвещало, что он так пойдет. Может быть, но в принципе, Евгений всегда начинает медленнее. И потом разгоняется где-то на третьем и четвертом кругу. Будем надеяться, что сегодня будет так же. Ну, будем, конечно. Спасибо большое. Еще увидимся здесь. Спасибо большое, уважаемые друзья. Дереземля стреляет, и у него очень хорошие шансы на выступление. Ну, кстати, Андрюша, что касается Ханты-Мансийска, он тоже из числа тех спортсменов, которые здесь любят выступать. У него были очень удачные гонки в Хантах. Он любит концовку сезона, он любит март. Он долго-долго раскочегаривается. И сейчас... Ах, досадный, конечно, промах, потому что
Эта работа была по потенциального лидера. Ну что ж, а мы пока посмотрим на Фуркада. И перед стрельбой относительно Пайфера у него по-прежнему 8,5 секунд преимущества. Мартан Фуркад, который сказал о том, что я, выиграв свою золотую медаль, полностью удовлетворен. И говорил с самого начала чемпионата, что моя цель просто была бороться за 5 лучших кубки мира. Бороться в каждой гонке просто за хорошие скорости, за хорошую стрельбу. Победы от меня никуда не денутся. Потом он победил, и сейчас на фоне вот такой колоссальной уверенности психологически продолжает работу. Тарибио, он из того же теста, такой же молодой, но такой же отнюдь не ранний, я бы сказал. Не забудем про его младшенького брата. Йоханнес Бё подрастает, и скоро они тандемом будут выступать. Вы видите все, уважаемые друзья, как доволен Лёфгрен. И тут уже молчи, говори, песни пой, то, что в свое время демонстрировал Бьёрн Дален. Тари Бё попал, Тари Бё абсолютный лидер. Кубка мира, кстати говоря, помимо всего прочего. И если говорить про работу спортсменов вскоре за большой хрустальный глобус, 919 баллов у Бё. А вот Мартан Фуркад идет третьим, 838 очков. Между ними 844 балла набрал Эмиль Хегли Свенсон. Какая стрельба Фуркада, феноменальная, и Пайфер. Но, похоже, те, кто в порядке на этом чемпионате, они и будут в порядке. И здесь спасибо не только зарядке, но и, естественно, всем сопутствующим факторам. Мартан Фуркад 0,5 у Пайфера выигрывает. Пока в командном зачете сборная Германии. 4 медали, 2 золота, 2 серебра, ни одной бронзы. 4 медали у норвежцев, 1-1, 2 у французов, 1-1-1, у финнов, 1-1. У словаков, стараниями бывшей нашей Кузьминой, одна бронза. И у шведов, стараниями Экхольм, тоже одна бронзовая медаль. 6 сборных в медалях. У нас пока не густо. Ну и погляжу за тем, как начал сегодняшнюю гонку Максим Максимов. 15-м после 2 километров идет. 16,8 отставания.